Всем привет, с вами я, Лего Стайл. А перед тем, как начать обзор, я хочу сказать. Стоило мне сказать свой скайп, ко мне добавились 11 или 12 человек. Такого я не ожидал, там минут за 40 примерно ко мне добавилось настолько много человек, что я охренел. Это все, что можно сказать. То есть я говорю, добавляйтесь ко мне еще, я отвечаю. Прихожу я со школы в 7 часов ночи. Ну, 7 часов вечера. Или 8, да, скорее всего, даже 8. Поэтому не надо мне писать раньше 8. Пипец, я сейчас отвечаю на все. Вот. Также мы с одним чуваком даже в скайпе на видео поговорили. Правда, ему свое лицо не палил, потому что это же я, Лего Стайл, мистика. А перед тем, как начать обзор, я хочу пропиарить одного чувака. Его зовут Афанасий. Он уже один раз был у нас в обзорах. И я говорю, подпишитесь на него. Да, ссылка в описании будет. В общем, да, если честно, я от вас не ожидал. Вот. Не ожидал. То, что я думал, там 2-3 человека добавится. Ну а 11? Ну, я говорю еще раз, добавляйтесь, да, добавляйтесь. Я только буду рад. Вот. Ну, что-то я заговорился. Приступим к самому обзору. Вы просили сделать обзор на... Точнее, из вот этих покрашенных деталей сделать более брутальную, красивую, крутую самоделку. Пожалуйста, я сделал. Он более прокачанный, крутой, я так считаю. Ну, вы видите изменения, да? Потому что добавил очень много деталей, и он получился уже, ну, довольно крутой, да? Такой бронированный, закрытый, так конкретно. Вот, деталей мало, но все-таки как забыл упомянуть. Чувака Лего Мэн. Или Ник Лего Мэн. В общем-то... Что ж, подпишитесь на его канал, я с ним даже снимался, то есть я с ним снимался, он мой друг в школе, то есть он в школе со мной учится. Вот, ну ладно, приступим к более подробному обзору вот этого вот. Чтобы собрать вот это существо, вам надо набор с Hero Factory Eva, набор с Hero Factory Жук, ну, вот тот, где еще был вот этот волшебник или доктор, вот тот безумный белый. Вам понравится вот тот самый из той линейки жук. И вот такой вот нагрудник и какие-нибудь костлявые ножки. Ну, еще парочку деталей. Вот, тогда вы сможете сделать его красавца. В своем позапрошлом видео я рассматривал вот эту вот раскраску, поэтому это делать бессмысленно. Повторюсь еще раз, все это, вот эти жирные слои, вот это все потрепанное, размазанное, это все разводы, это все сделано специально, как под старину, типа потертость какая-то. Вот, то есть все это специально, не думайте, это не моя неопытность, это специально. Многие состоят из обычных элементов, из трех вот таких вот соединяющих, из белой, из такой, из такой. Ну и, конечно же, с ногами. Фундамент тела состоит из двух частей, да, на одной у нас щитки, а на другой сами бронированные руки. Да, и такой вот торсик отломанный от жука. Получается очень красиво и эффектно. Вы можете не покупать жука. Вот, не покупая жука, у вас может быть проблема вот с этими лапами. Я не знаю, по-моему, они есть в других тоже наборах, но все равно. Вы можете просто их заменить на обычные. Ну и также, конечно, я знаю, что в других наборах встречается такая деталь, но не так уж и часто. Вот, и жук уже не продается, и Эва тоже. То есть у кого есть, может сделать эту самоделку и покрасить. Также эти два торса держатся на вот той вот серой... На вот той вот серой детальке. То есть вот на такой вот хлипкой детали держится могучий воин. Я ему не дал оружие, потому что у него такие руки,
которых оружие не положишь. Да он и без оружия такой довольно классный. Еще раз говорю, подписывайтесь на Афанасьева, да? Ссылка в описании вот там. И подписывайтесь на Ник Легомена. Вот, ссылка тоже в описании. То есть у нас сегодня два канала, которые я пропиарил. Также заходите в Skype, добавляйтесь. Правда, сейчас я писать не буду, а буду чуть попозже. Дайте мне отдохнуть. Вот. А на этом все. Я надеюсь, мой могучий воин с покраской вам понравился. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. С вами был я, LEGO Style 1. Да. И всем пока. Шух.